Hello всем, с вами Дамир, и сегодня для кого-то долгожданное видео. Что же случилось с подземным домом за 2 года? Ответ вы увидите в этом видео. Как-то раз этим летом я катался на велосипеде и решил съездить в мой подземный дом и посмотреть, что же там случилось. При съемке телефон, конечно, начал барахлить, но не волнуйтесь, это у него вошло в привычку. Так, приступим к делу. Как только я пришел, я понял, как мы и хотели, крапивы было немало, и насекомых, кстати, тоже. Когда я залез, было 2 новости. Одна нейтральная и неважная, а вот вторая новость очень даже важная и плохая. Первая новость заключается в белой плесени на земляных стенах. Но если учитывать, что мы хотели заменить материал стен, то это заметно и не будет. А вот вторая новость заключается в сломанных балках. Если я буду строить новый дом, а это не исключено, деревянных балок не будет. Хотя, наверное, надо было просто их полностью покрыть лаком, тогда бы и влага не просочилась. А может, надо было вообще железные балки поставить. Но кто знает. А теперь мне, наверное, надо идти. Всем удачи и пока!